Сегодня такой день, такой праздник и радость. Я хочу пожелать школе процветания, тепла, уюта и такой же дружной атмосферы. Талантливых детей и больших успехов в школе. Оставаться таким же домом для ребят, которые будут поступать и которые здесь уже учатся. Чтобы она всегда процветала. Держать прежний вектор развития, успеха и радости всеобщей. Я хотел бы вам пожелать, конечно, чтобы это был старт, который приведет вас к большим достижениям, к большим успехам. Мое самое любимое место в школе – это, конечно же, корпус С, где происходит наше основное пребывание, где постоянно какие-то занятия, какие-то движения, постоянные контакты с прекрасными людьми, которые здесь обитают, а также определенно залы, где мы всегда играем концерты, где проходят какие-либо мероприятия. Мое любимое место в школе – А34. Б25 и мраморная лестница. Мой самый любимый урок – история. Их вообще-то несколько. Это музлитература, это история и философия. И русский язык, и гармония. Музлитература, физика, химия, математика. Мой любимый предмет – это специальность и камерный ансамбль. Самая радостная оценка для меня была – это 5 по сольфеджио на экзамене. Самая радостная, я думаю, была 5 по гармонии. Буду с радостью вспоминать те годы, которые мы провели вместе. Больше всего я люблю узнавать новую информацию и дискутировать с преподавателями. Но когда удается вступить с педагогом в дискуссию, это очень интересно. Делать то, что мне нравится. Я научилась сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Заниматься, трудиться, никогда не отступать от своих задуманных целей и просто идти до конца. Соберитесь. Успехов вам в ваших выступлениях в Московскую консерваторию, в Академию имени Гнесиных, в другие вузы. Некоторые, я знаю, уже поступили, там, где за рубежом эти вступительные испытания уже прошли. А в Москве это ожидается. Пожелание остаться такими же преданными искусству, музыке, как сегодня. Это важно для того, чтобы вы были удачливы в будущем. Вообще преданность своему делу – это большая, большая опора в жизни. И когда есть опора, все цели сбываются. Чтобы хорошего здоровья в наше время, чтобы ни у кого ничего не произошло. Ни с самими нашими выпускниками, ни в их семьях. До новых встреч!